Быть или не быть? Этот вопрос зачастую становится актуальным при выборе профессионального пути. Для тех, кто хочет работать с детьми, объединение детских садов «Маячок» и Нижнетагильский педагогический колледж организовали профессиональный форум. Форумы позволяют объединить разные поколения в единстве профессии педагогической, в частности, профессии воспитателя дошкольного образовательного учреждения. То есть уже прозвучало, да, что здесь у нас ветераны педагогического труда, ныне работающие педагоги, специалисты, в частности, представители объединения «Маячок», студенты педагогического колледжа, которые уже проходят практику. И вот это вот такое межпоколенное, как было сказано ранее, единство очень, я думаю, полезно для профессионального самоопределения молодых наших учащихся. На форум пригласили молодых педагогов, которые только начинают вливаться в свою профессию. Одна из них – Ксения Шелкова. В Нижний Тагил она приехала из Серова. Сейчас работает в детском саду номер 166 объединения «Маячок». Решила прийти на этот форум, потому что воспитатель – это, во-первых, такая профессия, которая активно, мне кажется, связана с творчеством. Поэтому, мне кажется, для молодых специалистов такой форум очень полезен. В год семьи участниками форума стали и представители педагогических династий, насчитывающих по 2-3 поколения. Общий стаж работы династии Елены Павелиной насчитывает 148 лет. Мы на протяжении вот всего времени всю свою душу, всю свою любовь отдавали детям до последней капельки. Поэтому хочется всем об этом рассказать, чтобы молодые кадры, молодые педагоги шли в эту профессию с удовольствием и с радостью. Работаю уже в детском саду более 28 лет. Детей очень люблю, всегда даю им душу, сердце. Всегда стараюсь быть для них своей мамочкой, любимой и дорогой мамочкой. Более 200 участников форума в форме мастер-классов, выставок, открытого микрофона познакомились с историей развития дошкольного образования и современными педагогическими находками. Также узнали новые игры, которые привлекут и поспособствуют развитию малышей.